Одно из интересных упражнений, которое позволяет прокачать энергию по всем каналам очень эффективно, это упражнение называется «Кошка добрая, кошка злая». Когда у кошки спина выгнута вверх дугой, кошка злая. Когда кошка добрая, у нее спина прогнута вниз. Я демонстрирую это дыхание О-Е-А-О-Хо. Метроном моделирует стук моего сердца. На выдохе я буду петь эту мантру. Исходное положение. Итак, 8 раз. Это упражнение позволяет за счет работы ребер, изгибания позвоночника, так выжать легкие, как губку, и в таком направлении, и в таком, значит, выходит вся слизь из альвеол, капилляры сжимаются чисто механически. И поэтому происходит очищение энергетики. Это очень важно, представлять легкие как такую губку, прижатие из которой выходит и воздух, и кровь для питания всего организма. Удачи вам с вашими кошками.